Привет, и сегодня еду смотреть дом за 6,8 миллионов долларов здесь, в Виктории. Это интересный дом, он не очень новый, 1975 года, почти 6000 square feet и 2,2 акра земли, который построен, естественно, по индивидуальному проекту, естественно, он на берегу океана. И сегодня пригласили риэлторов посмотреть этот дом, сделать видео, рассказать в социальных сетях и так далее. И вот я подумал заехать его и вам заодно показать. То есть сейчас поедем, посмотрим, как же живут люди, которые продают дома за 6,8 миллионов долларов. Поехали! It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Ну что, интересный дом. Это за моей спиной вход. Вот здесь вот бассейн. И там сам дом. Как бы интересная локация. Большой кусок земли. Действительно, ну как бы 2,2 акра и с видом на океан. Ну, мне понравилось, конечно, да, впечатляет. И такой, да, за 6,8 миллионов дом. Как бы есть ради чего вообще приехать, посмотреть. И есть к чему стремиться, скажем так, за такие деньги. Тут еще вот слева сад. За моей спиной, то есть такой как бы большой разбитый перед домом, еще там, не знаю, едешь еще метров 100 от входа, то есть от дороги. Я думал, будет немножко шумно, потому что там дорога, но нет, все очень тихо, спокойно, закрыто и облагорожено, очень здорово. И вот, да, как раз отсюда видно бассейн, вот он у меня за спиной, там видно. То есть тогда такой как бы спа-комплекс, я бы даже сказал, как бы не, даже не дом.